канал Сестричек. Всем привет! Как вы видите, мы находимся в нашей комнате, а это наш рабочий стол. И сегодня мы его хотим привести в порядок. У нас есть вот такой вот холст. Мы его уже подготовили заранее. Вот так вот обклеили бумажным скотчем. И сейчас мы ее будем раскрашивать. Красить мы будем вот такими вот акриловыми красками. Ну что, начинаем! Ребят, мы закончили раскрашивать. Вот что у нас получилось. Отдираем скотч. Вау. Как ровненько получилось. Все. Закончили. Ну что, ребят, посмотрите, что получилось. По-моему, очень здорово и очень ярко. Сочно. Это наше школьное расписание. Вот такие вот у нас есть картинки. Мы их приклеим вот сюда. Также мы сюда приклеим разные стикеры. Вот такие вот квадратные, вот такие вот длинненькие. В общем, давайте начинаем. Все. Так, одну мы приклеили. Теперь вторую. Так, все, клеим расписание. Еще у нас остались вот такие вот наклеечки, еще вот здесь вот. Сейчас мы их наклеим. Вот эти вот котики. Я хочу себе. Я хочу цифру. Ребят, посмотрите, какая у нас доска получилась. По-моему, очень яркая и красивая. Теперь мы ее повесим на стену. Когда нам будет нужна эта бумажечка, мы просто снимем. Теперь нам нужно привести в порядок наш стол. Кстати, мы убрали наш компьютер, потому что он очень много места занимает. И вообще он нам пока не нужен. Еще мы сделали из таких вот подставочек такие вот донуты. Они у нас будут висеть на стене. И на них можно еще крепить разные заметочки. Нам осталось нарисовать посыпку. Первый готов. И второй донат готов. Например, отрываем листочек. Пишем заметочку. Берем наш гвоздик и крепим сюда. Спорт.
Ставь лайк. У нас есть вот такой вот контейнер и вот такой вот картон. Этим картоном мы обклеим наш контейнер, потому что выглядит он как-то не очень. Нужно его украсить. Вот примерно так и получится. Так намного лучше. Вот такой вот контейнер у нас получился. Поставим мы его вот сюда. Ой. Теперь мы будем делать вот такие вот цилиндры из картона. У нас есть целый набор цветного картона. Ксюш, какой тебе нравится? Файтер. Вау, это вот красиво. Просто такой. Вау. Вот такой вот еще есть. И вот, вот такой. Вот этот лучше. Теперь мы будем делать цилиндры. Сейчас мы отмерим, какого размера должно быть. Тут что она? Ну, где-то возле 9 и... Ну что, вот такие вот у нас получились подставочки. Еще мы сюда поставим такую вот папочку. Так. Сейчас мы вам все подробненько покажем. Ну, нашу доску вы уже видели. Здесь у нас висят такие пончики. На доске у нас школьные расписания. А также очень много стикеров на любой вкус. Теперь мы покажем наш стол. Подстилочки на столе тоже топ-модель. Здесь даже написано топ-модель. Это наша настольная лампа. Вот так вот она двигается. Здесь у нас фломастеры и цветные ручки. И здесь у нас ластики. Здесь несколько отделений. Самое нежное отделение. Полная ластика. Второе отделение – простые карандаши. И третье отделение – гелевые ручки блестящие. Дальше. Здесь два отделения. Первый. Здесь у нас точилки. И вот такие вот головоломки. Скрепки и гвоздики. Здесь запасные стикеры и зажимы. Здесь у нас есть ручки. Дальше идут ножницы, еще две ручки, простые карандаши. Тут стоят блокнотики, еще один блокнотик топ-модель и папочка. Там много разных листочков, конвертиков. И здесь Ксюшин пенал для красоты. Поставлю мой пенальчик. Так, теперь мы посмотрим, что у нас там в тумбочке. Здесь лежит все запасное. Скотч, клей, ластики. Вот так. А здесь запасные. Тут у нас блокноты, тетради и пеналы. Последняя полочка. Здесь наша игра таблица умножения. Домино. В общем, все для творчества. И пенальчики. Этими карандашами рисуют малыши. Под столом у нас будет стоять вот такое вот ведро для мусора. И наш скотч. Розовый. Ну что, ребята, мы очень-очень долго трудились. Целых 4 часа. И мы закончили. Мы надеемся, вам понравилось, как мы украсили наш рабочий стол. На сегодня все. Всем пока.